Меня зовут Олег Кокунин. Я периодически принимаю участие в спикер-кафе. Хочу сказать огромное спасибо Константину за то, что он позволяет почувствовать себя на сцене, позволяет сделать свое выступление и получить обратную связь и реакцию от зрителей, от публики. То есть, ну, ту настоящую, которая на самом деле есть, да, и когда тебе могут дать обратную связь и сказать, здесь ты был красавчиком, а здесь у тебя ничего не получилось. Вот, поэтому это очень классное мероприятие, и оно позволяет прокачать свои навыки разговорной речи, навыки выступления, почувствовать себя уверенно, испытать все бури, подъемы и спады гормонов, эмоций и так далее. Очень классная штука, рекомендую. Не зря потратите свое время.